Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В главном корпусе музея Арсеньева открылась выставка, посвященная памяти художника Джона Кудрявцева. Совсем недавно он передал фонду музея очередную группу своих уникальных работ. Музей запланировал сделать ответный подарок – персональную выставку «Письмо самому себе», приуроченную ко дню рождения друга – 26 ноября. Но за 10 дней до этой даты пришло известие, что Джон Кудрявцев умер в своей мастерской. Библиотека БУК на один день станет штаб-редакцией проекта «Медиаполигон. Прогрессоры 24». С 10 утра до 18.00 любой желающий сможет прийти в БУК и увидеть, как работает владивостокская команда редакторов в рамках всероссийского проекта «Вход свободный». А в Театре молодежи премьера, спектакль называется «В добрый час». В постановке много ярких сцен, когда молодые люди выясняют, как жить по совести, что есть истина и справедливость, а также личные отношения между собой. Начало 18.30, билеты от 200 рублей. 26 ноября в ДКЖД состоится гала-концерт 8-го всероссийского конкурса детского и юношеского эстрадного творчества «Жемчужный дельфин». Номинации следующие. Детская песня, эстрадный и джазовый вокал, театр песни, эстрадный танец, вход для зрителей бесплатный. А в кампусе ДВФУ на Русском острове день межнационального студенческого единства. С 15 до 18.00 гостей фестиваля ждет праздничный концерт от участников из 40 стран мира. Место проведения – корпус Б, синий зал. Для прохода на территорию кампуса при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В церкви Святого Павла вечер гитарной музыки. За инструментом музыкант Евгений Финкельштейн из Москвы. Гитарист дает мастер-классы на фестивалях в России, на Украине, в Германии, Польше и Англии. А на Русском острове в субботу состоится забег с ездовыми собаками. Сбор всех желающих утром 8.45, не опаздывать. Справки и запись на пару в упряжке по указанному телефону. 27 ноября приглашаются все желающие на юбилей детского ансамбля «Сувенир» в Театре «Андеграунд». В концерте примет участие вокальная студия «Крылья». Стоимость билетов – 350 рублей. А в Приморской картинной галерее вечер русского классического романса «Пусть время несется». Выступление актрисы Екатерины Кучук пройдет в рамках выставки «Городской романс» из фондов Государственной Третьяковской галереи. Еще 27 ноября во Владивостоке пройдет национальная выставка собак всех пород ранга «Чемпион РКФ. Пес очарования-2016». Кто будет представлен? Йоркширский терьер, чихуахуа, русский той, американская акита, американский стаффордширский терьер, кане-корса и среднеазиатская овчарка. Вход бесплатный. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города. И до встречи на 8-м.